Хочу, чтобы ты поднялась за 6 минут. Сколько там пролетов? 1, 2, 3, 4, 5. Один пролет в минуту, а потом спуститься? Да. Если бы не тренировка с Уиллом, я бы даже не пыталась подняться по лестнице. Уже задыхаюсь. Расслабься, успокойся. Здесь 5 лестничных пролетов. Я бы стала взбираться по лестнице, только чтобы спасти свою жизнь. Это точно. Сосредоточься на задании. Как мы всегда делали. Включаю секундомер, через 3, 2, 1, пошла. Потрясающе, Уитни. Не думал, что у тебя такая скорость. Я выдыхаюсь. Это нормально. Умница, так держать. Тучное тело Уитни – отличный тренажер. При движении ей приходится тратить уйму энергии. Ты в лучшей форме, чем я думал. Самое сложное в ходьбе по лестнице – поднимать собственный вес. 45 секунд, Уитни. Мышцы ослабли. Все отлично. Мои квадрицепсы утомляются быстрее, чем у человека более тренированного или меньших размеров. Все хорошо, ты молодец. Так держать. Кроме всего прочего, мои легкие не справляются с нагрузкой. Ты почти наверху, Уитни. Я была уверена, что не доберусь до верха. Дыши глубже. Вперед. Каждая частица моего тела, включая мышцы, сухожилия и кости, просто вопила, что Уилл выжил из ума. Почти получилось. Теперь весь оставшийся путь без остановки. Черт возьми. Давай поднажми, ты сможешь. Ты справишься. Отлично. Мы на месте. 2 минуты 49 секунд до верхнего этажа. Теперь вниз. Окрыленная успехом, я решила, а почему бы не 2 минуты 35 или 25 секунд? Что если еще быстрее? Я выдохлась, но была очень довольна собой. Не ожидала такого. Молодец. Вот моя Уитни. Не терпится увидеть свой прогресс. 4:23, шикарно. Дай 5. Умница. 4:23. Я чувствую себя крутой, потому что управилась на 1.5 минуты быстрее, чем планировал тренер. Отлично постаралась. Спасибо. Я в тебе уверен. А ты? Я тоже. Ни за что бы не справилась без твоей поддержки.